Добрый день, меня зовут Кайрити Карина Павловна. Я являюсь преподавателем химии в Ассоциации репетиторов. Также я школьный преподаватель по химии и читаю курс лекций «Введение в химические технологии» в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Свою задачу я вижу в том, чтобы подготовить выпускников таким образом, чтобы им было легко и комфортно учиться по программам высшего учебного заведения, туда, куда они хотят поступать. Также я являюсь проверяющей второй части экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, и также Олимпиады я проверяю, поэтому я всегда в курсе критерий оценивания и изменения программы. Поэтому, если вы хотите интересных уроков, интересных заданий и не боитесь большого объема работы, добро пожаловать ко мне на занятия.